сюжеты немного не такой, как его показывают в кино. В кино складывается впечатление, что ты непременно целиком уедешь в эту трубу. Но оно зависит от того, что тебя сканируют, потому что вот сначала спрашивают, страдаете ли вы клаустрофобией, среди прочих вопросов. Я уж так приготовился, потому что я клаустрофобией не страдаю, я клаустрофилией страдаю. У меня наоборот такое замкнутое пространство поместить, я буду блаженно так чувствовать себя в максимальной безопасности. Вот. Но на самом деле, когда там поднимаешься на этой штуке, уезжаешь, в это оно все равно так торжественно немного трепет берет. Но нифига ж, я туда целиком не уехал. Где-то так, вот, по грудь. Вся эта сюрреалистическая архитектура не имеет к теме отношения, но вот красиво же. Вот, и потом начинается то, что кино совершенно не показывает, что и можно понять, потому что кино это выглядело бы совершенно ужасно, точнее звучало. Потому что МРТ это главным образом концерт каких-то совершенно ужасных звуков. Надевают большие наушники, но ты все равно сквозь них слышишь все это вот. И там огромный репертуар. Вот. Кто помнит, была в 90-е такая вот везде автосигнализация, которая на разные лады перебирала. Вот там практически то же самое, только все звуки вот такие вот низкие, режущие. Вот. И когда кажется, что вот ты уже все слышал, оно тебе играет что-то новое. Вот. В какой-то момент даже смешно становится. Вот. А потом наступает момент, как немного такой в камере сенсорной депривации, начинаешь себя чувствовать, что вот был Семен Столпник, который там на столбе стоял 30 лет. А вот представить себе, что ты такой Николай Магнитник, который, ну может не остаток жизни, но лет 10 еще проведет вот в такой вот позиции. Плюсы ситуации, что ты лежишь, а не стоишь. Минусы, что вот тебе вот этот вот бесовский концерт постоянно лезет. Вот. Но у меня есть кое-какая устойчивость. Дело в том, что я уже год с чем-то соведущий подкаста под названием «Послушать все», где мы специально слушаем музыкальные альбомы, которые нам совершенно не по профилю, не по вкусу. И не по привычке мы таким образом стараемся понять людей, чьи музыкальные пристрастия совершенно не напоминают наши. И поскольку у нас в этом подкасте уже встречалась пару раз вот такая вот электроника, состоящая из взвизгивания и потрескивания в основном, а в общем, я научился это как-то так воспринимать. Что-то у меня торчит, а? Послушал такой альбом исполнителя МРТ-машины, причем дальше было еще интереснее. Вот знаете, когда играет какой-то звук с обертонами, и там начинаешь слышать голос, и если как-то подкрутить в уме, этот голос можно заставить говорить какие-то фразы, причем, когда ты меняешь в голове эту фразу, она действительно меняется, и ты ее слышишь по-другому. Вот. Мне в какой-то момент удалось с этой МРТ-машиной это проделать, вот. Но там голос был необычный в этом плане, он был очень-очень экспрессивный. Когда я сначала не слышал, там, что он говорит «первый», повторяет по кругу. Он вот такой «первый, первый, первый». Потом его заставил говорить «гав», и он так просто возмущенно, протестующе говорил «гав, гав, гав». И потом я его заставил говорить «Колян». «Колян, Колян, Колян». Вот. Ладно.
этом, пожалуй, все. Ссылка на подкаст в описании. Попятно.